Говорят, что собака – лучший друг человека. Но никто не говорил, что лучшие друзья будут помогать вам убирать снег. Если бы домашние питомцы, которые пугаются собственного хвоста, были людьми. Что может пойти не так на этом полуигрушечном транспорте? Да примерно все. Зато теперь этот парень точно запомнит. Груз нужно всегда закреплять понадежнее. Мужик забыл зафиксировать лодку. Потом поставить на ручник погрузчик. А потом еще и еще. Что вы там говорили про учиться на своих ошибках? Talk about not learning from your mistakes. Тот случай, когда доставка действительно экспресс.